محمد محمد الصلاة والسلام أي روان شاه مردان الله 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 ربي الله ربي الله ربي Маша Аллаху Кань. Буду равнус. Эй, я равнус, Шахмардан. Дастур. Эй, Шахмардан. Наш джамат, присутствующий, наши друзья, добро пожаловать. Хороший совет. Давайте слушать и раскрываться. Давайте брать то, что необходимо, а то, что не нужно, мы оставим. Это благословенное собрание. Это собрание Яран друзей Шаха Мардан. Это счастливое собрание, почтенное собрание. Мархаба. А друзья Шаха Мардан присутствующие. Возлюбленные друзья Шаха Мардан, добро пожаловать. Пусть у вас будет благое время, пусть ваши сердца будут удовлетворены, пусть ваш конец будет хорошим. А друзья Шаха Мардан, слушайте, давайте слушать от Дину Насиха. Религия — это совет. Мадат Я Шахмардан. Религия ⁇ это совет. Да. Религия ⁇ это давать совет. Что показывает людям истинный путь, так это слова святых. Таков совет. Собрание Совета, свет не сходит на собрание Шаха Мардан. Пусть свет не сходит на нас. Мархаба Шах Мардан. Мархаба. А друзья Шаха Мардан, Мархаба. Побуждающий солнце восходить на востоке и заходить на западе. В честь Джанаб Арабулизад. Слушайте. Как солнце всходит, так пусть же и наше сердце восходит с верой и светом ислама. Пусть счастье увеличивается, пусть мы будем облегчены. Что там на Земле? Посмотрите вокруг. Мархаба, Яран Шахмардан. Что там на земле? Есть горы, камни, есть океаны, есть деревья, есть животные. Пожалуйста, продолжай, Шах Мардан. А. Я. Эй, и что из этого вы хотите? вы хотите? Яран, вы хотите горы? Нагрузите их на спину и идите. Если вы хотите горы, или вы хотите деревья и леса? Берите их. Откуда вы возьмете их? Животные. Идите на собрание животных. Вы тоже станете животным. Вперед. Что есть на земле? Яран Шахмардан. Слушайте. Есть горы, камни, есть леса и есть животные. Что вы хотите от Дуни? Если вы хотите леса, идите и берите их. Есть также животные. Соберите всех животных в стадо, берите их. Итак, если бы все горы и земли были вашими, то как они могут принести вам пользу? Вы сможете нести их на своих плечах. Вы претендуете на владение. Эти горы, эти леса, эти животные. Вы говорите, они мои. Какова их польза? Скажи, а наш шахмардан. Твои друзья восхищаются тобой. Когда вы среди яран, говорите «Мархаба» друг другу. Это лучше, чем весь этот мир. Какая это величественность, шейх Мехмед Эфенди? Мархаба от Шаха Мардан его Ираном более ценно, чем весь мир. Такова ситуация в эти дни. Это не оставляет людям времени, чтобы они подумали. В наше время они не используют животных. Они путешествуют на самолетах, они путешествуют на машинах. Какое удовольствие они могут получать? Они садятся в свои машины в страхе. Если произойдет несчастный случай, пусть Аллах защитит нас, то и конец. Если не мертв, то инвалид. Это удовольствие этого мира. Разве это приносит вам богатство? Какую почесть могут вам дать горы и камни? Астагфируллах. Туптууа Раджату Иллаллах. Давайте говорить Бисмиллахи Рахмани Рахим. Как прекрасно. Как красиво. Пожалуйста, продолжай, Шахмардан. Твои друзья восхищаются тобой даже один раз сказать «Бисмиллахи Рахмани Рахим» — это более ценно, чем весь мир. Этот континент — мой. Эта страна моя. Эти машины мои. Я поехал в страну, там правил богатый король. Они показали мне округи, я увидел, может быть, сотни машин около его недвижимости. Сотню машин. Эй, что он делает с ними? Он ездит на одной из них каждый день. Итак, в чем разница, если человек ездит на самой старой машине или ездит на самой шикарной машине? Они оба убирают ноги с дороги. Давайте говорить ⁇ Рахмани Рахмания Рахим ⁇ Это наше равновесие. Люди сегодня больше не имеют ощущения равновесия владея всеми этими мирскими вещами, они предполагают, что они одеты в величественные одеяния. У меня есть сотни машин. Если бы у вас была сотня дворцов, что бы вы делали? Какова их ценность? Какова ценность гор и камней? Аллах, Аллах. Есть ли у гор и камней ценность? Они стоят там, где стоят. Все эти короли, лорды, паши, султаны поспешили в мир. Они заявляли, это мое. Что случилось потом? Они умерли, были завернуты в саван. Некуда больше идти. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ашах Мардан. Твои друзья восхищаются тобой. Скажите один раз, Бисмиллахи Рахмани Рахим, и ценность сказанного не только в этом мире, но и за пределами. Если бы было в миллионы больше миров, как этот, они не стоили бы этой басмалы шариф. А наш Господь, который превращает ночь в день, и который превращает день в ночь. Наш Господь, наш султан. Как ты ладишь с ним? Что вы скажете? Он тот, кто превращает день в ночь. Он тот, кто превращает ночь в день. Вы спросите, кто он. Почему вы боретесь? Глупые люди. Почему вы разжигаете войны? Почему впадаете в борьбу? Почему вы не спрашиваете, кто является властелином этого мира? Сейчас многие люди борются. Они говорят, эта страна моя, а эта страна твоя. Почему вы не спрашиваете настоящего властелина, кто побуждает Солнце восходить? Кто тот, кто побуждает Солнце восходить на Востоке и затем побуждает его заходить? Куда? Куда оно заходит? Нам велено говорить эти вещи. Почему? Ай Шах Мардан. Чтобы люди начинали пробуждаться. Пусть они пробуждаются. Аллаху ляйляха и Он — Аллах. Он, который является абсолютным властелином всей Вселенной и рада Шаян Ан Якула Аллаху Фаякун. Знайте, кто является властелином мощи. Ищите его. Почему вы боретесь за Дуни? Почему вы разрушаете и сжигаете? Какая вам почесть в разрушении и сжигании? Субханаллах шейх Мехмед Эфенди. Его зовут Искандер и Кабир, не так ли? Александр Великий. Как и почему он стал великим? Видите ли, история записывает все. Шах Мардан говорит, этот Александр, Искандер и Кабир, как он стал Кабир великим. Ответь на этот вопрос Путин, лидер Америки, лидер турков. Дай ответ Путин. Те эй, люди, эй, которые разрушают место своим эй, оружием. Александр, как он стал Искандером и Кабир? Отвечайте. Отвечая на это, Путин. Отвечай на это. Обама, отвечай. Как он стал Искандерой Кабир? Прекрасный ответ. Обращение, чтобы показать людям путь человечности. Искандер, Александр Великий, они говорят, как этот слуга Аллаха стал великим? Потому что... Внимательно запомните ответ. Каков ответ Шаха Мардан? Так как он не сжигал, он не разрушал. Понимаете? Он не стрелял, он не убивал. Вот как он достиг величественности. Те, кто претендует на величественность в эти времена, Услышьте, как Александр Великий стал великим. Разве кто-то называет вас Путиным великим или Обамой великим? Скажите, потому как этот Александр Великий не сжигал, не разрушал. Посмотрите на его величественность, что он не сжигал, не разрушал и не убивал. Вот поэтому его называют Александр Великий. Эй, ты, лидер России, ты скажи, я сжигаю. Глава Америки, ты скажи, я разрушаю. Слабоумные люди из алавитов говорят, мы отрезаем. Эти вещи не приносят вам величественности. Пожалуйста, продолжай, Шахмардан. Как прекрасны твои слова. Искандер и Кабир не сжигал и не разрушал. Вот так он стал великим. Все ваши усилия направлены на сжигание и разрушение. Мы не оставим ни одного человека на земле и ни одного здания, чья это секта. Это сатанинская секта. Сатанинская секта вот такая. Если вы станете как сатана, значит то, что вы делаете, сатанинская, и вы сатана. Пусть Аллах не превратит нас в сатану. Тот, кто сжигает и разрушает, тот сатана. Вот так. Скажи, папа, разве не так? Епископ, скажи, тот, кто сжигает и разрушает, не может быть великим. Тот, кто сжигает и разрушает, становится сатаной. Искандеры Кабир его называли. Александр Великий не сжигал, не разрушал. Возможно, он одаривал людей дарами. Он одаривал, удостаивал. Аллах Джалла Джалалуху. Джалат Азаматуху. Аман Ярабби. Давайте памятовать его имя Джалал. Если бы могли стоять в Киям до судного дня, упоминая имя Джалал, это было бы величественностью для нас. Давайте произносить Аллах. Пожалуйста, продолжай, Шах Мардан. Обучайте этих невежественных людей. Давайте произносить Аллах. В этом величественность. Столько пророков пришли, прекрасных и выдающихся. Все обучали людей человечности. Обучайте людей человечности. Вот Шахмардан обучает своих яран этим урокам. Не умирайте, но вы умрете. Не убивайте. Не делайте, не сжигайте, не разрушайте. Если вы хотите величественности, ищите этого в присутствии Джанабульхак, чтобы султан мог принять вас. Ищите его и спрашивайте его. Не спрашивайте гор и камней. Континенты мои, океаны мои, я могу стрелять, сжигать и разрушать. Это не есть почесть человека. Аллаху Аллах, Аллаху Рабби, Аллаху Аллах, Малисиваху. Говорите Аллах. Он одевает вас в мощь. Он одевает вас в красоту. Он одевает вас в одеяние почести. Это не так, как в случае убийства и умирания. Они не могли учиться. Они не могли обучать. Шахмардан, пожалуйста, продолжай. Наш шахмардан советует своим ярам. Тот, кто получает совет, будет спасен. Тот, кто отрицает совет, попадет в беду. Пусть неприятности будут далеко от нас. Какое количество еды мы можем съесть? Тарелку супа. Зачем нам наша жадность? Если бы вы видели жадность, рты широко раскрылись, чтобы пожирать мир. Он хочет проглотить весь мир. Это не есть почесть человечества. Не берите, давайте. Не убивайте, старайтесь оживлять. Будьте почтенны. Почесть. Убивая людей, сжигая страны, человек не может быть ни великим, ни человеком. Чтобы увидеть величественность, посмотрите на Александра. Он не сжигал и не разрушал. Он надаривал. Аллах, Аллах. Он стал великим. Великим. Вот как приходит величественность. Человек считается великим, когда он находится с великими и угнетающим, когда он с теми, кто делает угнетение. Он считается человеком, когда находится среди людей. Наш Господь, даруй нам силу. Пусть наш шахмардан будет просветленным для нас. Пусть Он будет солнцем для нас. Пусть Он сияет как солнце. Инна осятун Осятум Файяе Фабудум. ЗАД властелин Вселенной, Земли. Этот мир, который ты создал, громадный. Файяя Фархабун, ты украшенный в красоту и одетый в атрибуты, которые я хочу приблизи ко мне. Файяя Фархабун, приблизи ко мне. Я дам вас в мое одеяние величественности. И тогда я не оставлю вас горам и камням. Я возьму вас в свой особенный маджлис, Файяй Фархабун. Аллаху Аллах, Аллаху Рабби. На самом деле эти горы, земли, леса, пустыни, какую пользу могут они дать вам? Они бесполезны. Они лишь стоят там, где стояли. Молодые люди сегодня стараются быть, как они. Бесполезно? Войдите в собрание тех, кто и спрашивает благословений в присутствии Аллаха. Благословения снизойдут на вас. Люди сегодня забрасывают вас страданиями, а не благословениями. Хей Яраби. Инна Арди инарди Инна Арди Файяя Фархабун. Мархабанам. нам. Фархабун, просите моей милости. А наш Господь, пусть советов Шаха Мардан, будет много. Шах Мардан, Твои яран преданы твоему пути. -за за У них свет на лицах. У них счастье и облегчение в их сердцах. Нет беспокойств ни здесь, в Дуне, ни в Ахирате, так как они не совершают злых дел. Делайте хорошие дела. Искандеры и Кабир. Александр Великий. Как он стал великим? Он служил слугам Аллаха. Он проявлял справедливость властелина небес. Вот поэтому он проявлял величественность. А наш Господь не спошли нам сахиба. Не позволяй, чтобы слабоумные атаковали нас. Разве это не священный аят? Факатилу Ауле Ашита. Друзья сатаны и их последователи, вы должны бороться против них, прикончить их. Есть аули Аллаха, те, которые открывают дверь благословения Аллаха. Также есть сатана, шейтан. Ауля Ашитан, друзья сатаны. Сатану невозможно видеть, но он заставляет их работать на него, сообщники шейтана. У него есть любящие и друзья. Факатилу Ауле Ашитан. Боритесь против любящих сатаны. Этого достаточно для этих людей. Боритесь против друзей сатаны. Кто они? Друзья сатаны. Смотрите, и вы найдете. Аллах, Аллах. Есть также аулия Аллаха. Есть также аулия Ашитана. Различайте их. Факатилу аулия Ашитан. Это священный аят. Боритесь против друзей сатаны. Есть аули Аллаха, а есть друзья шайтана. Различайте их. Кто Аулия Сатана? Кто, Кто? Аулия Рахмана? Рахман. Скажите, ученые Египта, ученые Аравии, ученые Турков, ученые Бани Израиль, те, кто заявляют, что верят и принимают пророка Иисуса. Читайте Тору, читайте Библию. Они не читают. Они также и не обучают. Они запрещают это. Таким образом, друзья сатаны распространились по всем странам. Пусть Аллах хранит нас от их зла, но придет Шахмардан со своим мечом. Он придет. «Аль-аккуялу алейх «Хак наивысший» «Нет ничего более высокого, чем истина». Примите хак и идите ввысь, иначе вы упадете. Аман Ярабби, даруй нам силу и энергию. Одевай нас в величественность ислама, Ярабби. Пожалуйста, продолжай, Шах Мардан. Пусть твои слова будут исцелением для твоих друзей. Аллаху Аллах, Аллаху Рабби. Аллаху Аллах, Аллаху Хазби. Хазбун Аллах у анималь уакиль». Хазбун Аллах у анималь уакиль». Аллах у анималь Уакиль Нималь мауля у анималь насыр. Иными словами, аулия это один класс. Шахмардан провозглашает Ауле Ашита. Покатилу Ауле Ашита. Есть также друзья Шайтана. Боритесь с ними, говорит он. Вы узнаете. Вы будете знать. Аллах, мы слабы. Я Ради. как Визафана Наш Господь, мы Твои слуги. Не спошли нам поддержку. Пусть султан будет не нам. Шах Мардан. Шах Мардан. Он будет не Он будет не эта думия не будет оставлена ни сатане, ни его друзьям. Нет. Сейчас их работа будет идти ко дну. Фатиха.